Ну что ж, дорогие друзья, после того, как мы создали всю сцену, кресло, растения различные, коверчик небольшой, даже торшер, и сделали довольно-таки похожего персонажа, казалось бы, ну, в чем проблема? Берем, сажаем, делаем рендеринг и вуаля. Но оказалось, дорогие друзья, не все так просто. Мне не хватило знаний. 2 дня я пытаюсь уже посадить эту дурынду, потому что до этого еще были попытки сделать и сразу здесь такую позу, и ее раскрасить там, и все. Вот то есть я хотел обойти эту проблемку. Я уж чувствовал, что она надвигается. И попытки не удались. Посему, ребята, у меня, как говорит один милиционер, на этом все полномочия. Значит, я понял такое, что мне надо уйти в основы анимации риггинга. Иначе я не пойму все-таки, как правильно эту набивать костями фигурку, как ей делать, как ее сажать, чтобы не ломалась, допустим, чтобы она следовала за этой майкой, за этой шортами и так далее. Там куча нюансов, дорогие друзья. И посему я предлагаю вам или пойти вместе со мной позаниматься этим самым риггингом, или же, значит, просто-напросто взять и закончить. Если вы следовали за мной, сделали уже все, то вам будет домашнее задание, посадите девочку, и потом мне расскажете, как вы это сделали. Окей? Договорились. Ну, а мы с вами начинаем. Сохраним это на память. Может, когда-то вернемся. И мы пойдем, скажем, новое, генерал. Начнем мы с азов. Начнем с самого простого, что может быть. Есть такая фигурка. Она называется... Сейчас я пойду вспомню, как она называется. То есть из анимации. Пошел, узнал. Аманг его зовут, американцы. Хотя пишется Аманг. Аманг. Ну ладно, мы тогда его тоже назовем Аманг. Давайте мы его посмотрим, как он выглядит. Куда тоже шло. Так. Поменьше сделаем. Так. А здесь откроем Image Editor. В этот Image Editor я там скачал, чтобы было на что смотреть. Вот эти существа. Такие. Вот так они выглядят. То есть наша задача состоит в том, чтобы взять этого Аманга, создать его 3D форму и после чего набить его какими-то костями и попробовать проанимировать. Все это я, конечно, смотрю на английском языке, которым я почти ничего не понимаю, поэтому придется идти трудным путем, методом тыка. Ну что ж, кто смелый, тот за мной. Первое, что мы делаем, мы идем с вами сюда, уже поднимаем наверх, вот так где-то, да, и модификатор включаем Subdivision Surface. Вот так где-то, да. Далее мы можем сделать следующее. Так, учитывая, что он у нас находится вот в этом еще, в кубике, по сути дела, то мы можем, естественно, GPZ вытянуть, сделать это вот, ну, такая форма у него, да? Далее разделить Ctrl-R и потянуть это вот сюда. Придать сразу же вот такой видочек ему. Теперь развернуть вот так, а вот это ребро
Вот он так сглажен и туда немножко, да? Поэтому это ребро мы его потянем G. Вот такую форму придадим, отлично. Ну а далее смотрим, что у нас тут есть. Так, смотрим, да? Теперь можно уже это дело превратить в форму для этого объект мод. Говорим play. Смотрим. Ну. Так, какой из них лучше для ноги выбрать? Сейчас подумаем. Так, самое лучшее это вот, я думаю, создадим сейчас место для ноги вот здесь. Нет, 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 нет. Вот это. Тем самым можем выделить вот это и потянуть вниз. Это будет Е. И теперь S по Z 0. G по Z. Так. Ну, а далее, я думаю, что правильным было бы выделить вот эти так, я не понял. Я имею в виду вот эти выделить и удалить их вертикал, да? А это вот, в принципе, мы можем пойти, тем самым упростим себе задачу, миру рассказать, так, и клиппинг включить. Таким образом мы получили вот такую заготовочку. Так, ну а далее, само собой, подразумевается, что мы сейчас с вами еще в Subdivision зайдем. Вот так. И скажем, что нет, вот смус. Вот так. Ну, чуть-чуть опустим, да? Вот такая у нас получается штука-дрюка. Так, ну а теперь давайте мы подгоним эти пропорции, да? Здесь, во-первых, Ctrl-R сразу же поставим. И мало того, скажем, SZ 90. Опля, не то. SZ 0. Вот так вот. И чуть опускаем еще. Так, смотрим. Говорим, что это и это могло бы немножечко S по Y сдвинуться. Вот так более круто сделать ножички. Такие, да? Ну.
Отлично. Так, я смотрю, что он здесь слишком получился плоский, да? То есть давайте это отодвинем чуть-чуть. Наверх ее сжизать. Вот так, чтобы она не была такой плоской. Ну, далее, естественно, сейчас пойдем посмотрим Subdivision на 2. Смотрим, сколько у нас здесь получается. Если мы скажем, что мы этим довольны, то, естественно, можем сказать apply. Опля, это еще что такое? Что это произошло? Так, давайте-ка мы наверх ее перекинем. Вот так она у нас была. Так, а с чего бы она вдруг такое стало? Ну-ка, Mirror, Play, и дальше Subdivision, и Play. Вот, что-то тут было, нарушилось. Gitmode, теперь мы должны выбрать здесь, забрала его на... Достаточно для забрала. Так, ну давайте мы сделаем следующее. Мы сейчас возьмем и чуть-чуть уменьшим вот так. И поставим его в такое положение, что E будет вот сюда задвигаться. Так, там тоже немножечко и так вот. И наружу. G. Ну, такой получился вот. Не толстовато он будет. Так вот, надо достаточно. Так. У него еще есть какой-то рюкзачок. Сейчас сделаем. Рюкзачок. Подождите. Ну, где-то он, мне кажется, вот такой у них. Так. Дальше мы говорим Е. Делаем сюда. Такое, что вот здесь сделал, а потом еще раз Е. Так. Да? И расширил ее. Да, мама моя. Так, и здесь. С. Вот так. Так, один все-таки я задел вот этот. С. Нет. Пока нет С. Нет. Да, елки-палки, что ж такое, не то нажимаю. Просто С. Вот так вот. Вот и все. Так, теперь еще вот возьмем сейчас вот эти ребра. Это. И попробуем его потянуть в G. Вот так. Немножечко по Y, да? Вот так вот. Все отлично. Почти готов. Далее объект мод смотрим. Он такой, чтобы можно было еще, наверное, посадить его под subdivision. Вот так. Subdivision. И все выглядит прекрасно. Можно еще два сделать. Ну, посмотрим сейчас. Нужно ли нам два? Так, ну чтобы еще подчеркнуть, что ноги у него прям вот отсюда растут, мы возьмем Ctrl-R и подвинем его вот сюда.
чтобы создать какую-то видимость. Так, ну, вроде бы как, и все. Давайте мы его покрасим теперь. То есть вот эти полоски создали так хорошо. Далее давайте мы пойдем сюда. Возьмем красного, к примеру. Значит, красный пускай будет. Смотрим. Вот он у нас красный. Bitmap. Возьмем это и с помощью Ctrl плюс сделаем ее черной. Добавим материал. Новый. Черный. Так вот. И осилим. Ух ты! Как же так-то? Так. Ну и этот черный. Мы можем тоже сказать, что у нас спекуляр добавим немножко, там же все-таки как типа стекла, и уберем его вниз. Так, не сильно, но вот так вот сделаем. То есть этот edit вот. Этот герой у нас готов, я не знаю. Наверное, у него не меняется этот цвет. Его нового рюкзачка, ну, посему так и оставим. Хорошо, в следующем будем уже, наверное, наделять его костями. Разбираться я буду. Хорошо, договорились.